Это не основной этап, а уже дополнительный для тех, кто не сдал вовремя. Третий год подряд для выпускников российских школ проводят итоговое сочинение. Это своеобразный допуск к более серьезному экзамену – ЕГЭ по русскому языку. Всего у нас 7 одиннадцатиклассников. Это те, кто получил незачет на первом основном этапе написания итогового сочинения. Те, кто по болезни отсутствовал. Сегодня у них вторая попытка написания итогового сочинения. 675 воскресенских выпускников с первого раза удачно написали сочинение. Только за 15 минут до начала экзамена ученики узнают тему сочинения. На выбор школьнику предоставляется 5 тем. На написание отводится 3 часа 55 минут. Результаты будут известны через неделю. Для тех, кто не справится и в этот раз, будет еще один дополнительный этап, который будет проходить уже в мае этого года. Ольга Елейна, Сергей Емельянов, Воскресенские вести.